отличились. А здесь потеря, передача и бросок в дальний угол, с которым справилась Равиля Айнулова. Но вот с добиванием уже Ирина Лебедева с Евгением Ларшиной на точке. Поборолись за эту шайбу. Сохраняют сибирячки. Ох, и второй гол. По-моему, переправила эту шайбу ворота соперница Оксана. И тут же еще одна шайба оказывается в воротах Равили Айнуловой. 10 секунд потребовалось. Для... 2 минуты третьего периода позади. Пока без хорошего броска. Анна Тимофеева выцеливает и отправляет четвертую шайбу в ворота команды Свердловской области. Времени было с огромным... 1,5 минуты остается сыграть в этом отрезке. 2-1. Митрофанова не бросает, отдает передачу. Ирина Костина выручает свою команду. Падение, но нужно подниматься. Игровой момент здесь. И все-таки шайба оказывается в воротах Ирины Костиной. С неудобной руки очень неплохой бросок получилось нанести.